Припевай, кого-то поется, девчоночка, замуж выйдешь, не придется, молоденька. Частушки в стиле саратовских страданий вот уже 11-й раз подряд традиционно открывают фестиваль документальной мелодрамы, собственно, и подарившие название ежегодной встречи кинематографистов со зрителями. Необходимость такого диалога и подчеркнул в своем приветственном слове замминистра культуры Владимир Баркетов. В 11-й раз фестиваль открывает свои двери, чтобы встретить дорогих, уважаемых, обожаемых гостей и участников этого фестиваля. Уже 11-й раз мы с вами будем иметь возможность встретиться с лучшим продуктом, который производится в сфере документального кино. Это не конкурс красоты, где все решают деньги. Это не показ невест. Это то событие, которое документалисты всего мира ждут в течение всего года. Долгожданным этот фестиваль стал не только для участников, но и для саратовских зрителей. Это прекрасный фестиваль. Я очень горжусь тем, что он проходит в нашем городе. Очень уважаю организаторов. Что касается собственных ожиданий, наверное, интересных авторских работ, потому что это прекрасная возможность для людей с небольшим бюджетом, не как у Никиты Михалкова, проявить свой талант, раскрыть свой потенциал и быть услышанным. Наверное, я жду, что действительно кто-то выдаст то, что давно хочется увидеть. По словам Светланы, фильмы-конкурсанты фестиваля «Саратовские страдания» для нее – это всегда возможность получить вдохновение и подчеркнуть что-то новое. Однако находятся и те, для кого просмотр конкурсных работ – это тяжелый труд. Насколько я знаю, более 20 фильмов будут показаны за эти несколько дней. По каким критериям мы будем их оценивать? Ну, каждый, в принципе, выберет несколько фильмов, 2-3, которые ему нравятся – по любым причинам, и потом мы будем обсуждать это уже вместе в дискуссии. Всего в рамках фестиваля, проходящего в нашем городе с 11 по 16 сентября, состоятся вечер с Корпитом Фильм, творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым, мастер-классы, фотовыставки и даже велоквест по местам бывших кинотеатров Саратова. А гостем торжественной церемонии закрытия «Саратовских страданий» станет известный российский режиссер Валерия Гай-Германика.